Новая мечеть Халифа Алтай стала жемчужиной, дополняющая архитектурный ансамбль областного центра Восточно-Казахстанской области. По величине она занимает третье место в Казахстане после мечети Хазрет Султан и Нур-Астана. Мечеть была названа в честь религиозного просветителя и писателя Халифы Алтая. Ученый Халифа Алтай Гакыпулы родился 18 декабря 1917 года вдоль озера Жарынты в округе Шынгил в Восточном Туркестане. Грамотности он начал учиться у своего отца Гакып Каракеленула, позже обучался у местного муллы. В 1952 году знающий арабский язык и урду Халифа Алтай начинает работать ответственным секретарем общества казахских переселенцев Северного Туркестана. После получения независимости Казахстана Халифа Алтай переезжает на историческую родину. Халифа Алтай – знатная личность, которая обладала в стране большим авторитетом. В качестве религиозного деятеля в 1991 году он выпустил книгу «Перевод смыслов Корана на казахский язык и комментарии», которая печаталась тиражом 800 тысяч штук. Он также занимался переводами религиозных и духовных книг с арабского языка на казахский. Халифа Алтай – первый писатель, удостоившийся международной премии «Алаш» в истории литературы. Его высоко возносят как ученого тюркского мира. Именно за этот бесценный вклад в распространение ислама на территории Казахстана именем Халифы Алтай была названа мечеть в Усть-Каменогорске. Строительство мечети началось еще в 2010 году. Возводить здание помогали госслужащие и добровольцы. На строительство ушло более миллиарда тенге. Все средства, которые были потрачены на ее возведение, это добровольные взносы граждан, предприятий, в том числе 300 миллионов тенге от спонсоров из Арабских Эмиратов. Новый храм рассчитан на 3000 человек. Он имеет отдельный женский зал для намаза, обрядовое помещение на 500 человек, зал бракосочетаний, библиотеку и медресе на 50 слушателей. Высота главного купола составляет 40 метров, минаретов 63 метра, символизируя число лет жизни пророка Мухаммеда. При внутреннем оформлении мечети использованы народные казахские узоры. В центре зала установлена люстра высотой 10 метров. Строительство мечети заняло около 2 лет. В общей сложности в ее возведении приняли участие больше 50 предприятий и около 20 тысяч человек. В августе 2019 года в мечети состоялось открытие музея исламской культуры в первый же день священного праздника Курбан-айта. Это стало большим праздником для прихожан. В музее исламской культуры показана история возникновения и развития ислама в Казахстане от тенгрианства до ислама наших дней. Инициатива создания музея принадлежит акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову. На самом деле идея была, инициатива, идея, автор идеи, сам аким области Данил Кентаевич Ахметов, за что мы ему благодарны, потому что он всегда поддерживает историю, культурные, религиозные события постоянно поддерживать. И вот за счет его поддержки мы открыли сейчас музей исламской культуры. То есть здесь выставлены экспонаты не только связанные с исламом, но это все культурное наследие нашего народа, наших народов, то есть это период от сакского периода до древнетюркского периода, потом как ислам пришло в степь, на великую степь, как они перешли от Мавра Нахр. И здесь есть работы ученых, живших в те времена, во время Ренессанса ислама в Средней Азии. И их работы мы принесли из Кембриджского университета, копии, рукописи наших ученых, как Рашиддина и остальных. И это, все экспонаты сейчас здесь выставлены. Цель – это показать нашему обществу, нашим, в том числе нашим прихожанам, потому что мечеть – это не просто место для поклонения.
и религиозных обрядов, а место это как комплекс музей и библиотека, и есть то есть такой культурный центр, общественный центр, и здесь люди приходят, будут познавать, узнавать историю религии, историю нашей религии, историю нашего быта. Теперь жителям не нужно искать всю важную информацию извне. Достаточно посетить мечеть. Музей, который находится в Восточно-Казахстанской областной мечети Халифа Алтай, называется Музей исламской культуры. Почему исламской культуры? Потому что сама вот религия – это как культура. Дает человеку познать мир, дает человеку жить по правилам человечества. На самом вот создании музея мы задумались, когда вышел книги нашего муфтия Хазрета Серикбай Хажи. Уло дала төсіндегі ислам, значит, ислам великий степи. Мы начали от этой книги отталкиваться, потому что и на нашей земле, именно в Восточно-Казахстанской области, было своеобразное распространение религии ислам. Сейчас мы можем, начиная с мечети, мы начинаем с книги нашего хазрета Серикбай Хажи. В этой книге мы можем увидеть старинные города, когда развивался ислам. Первый мечеть на Белой юрте начинается от города Атлах. Мы вот здесь описали в книге, в старинных книгах, это сура Маида, 90-й аят, там написано, как турки будут распространять ислам. Именно этих аятах не написано, что прямо как тюрки, но будет такой народ, который будет распространять на земле религию ислам. И когда где-то будет религия ислам, когда будет распространяться, где-то могут быть и отстранения, где-то могут быть еще что-то. Вот это все исправления придет от этих воинов, именно описали о турках. Исламские ученые описывают эти аяты как, что тюркский народ, тюркский мир будет ислам держать в своих руках и будут распространять. Вообще мы когда создавали именно этот музей, мы задумались, почему мы не начинаем историю с самого начала? Потому что когда на землю пришла первая религия, первые книги, это же на самом деле это была основа ислама, потому что есть Коран и аят, где Аллах Субхана Тааля говорит, что я сегодня закончил эту книгу, это самая усовершенствованная книга на земле, это моя религия. И держитесь за эту религию, описывает. И поэтому мы начали здесь с каменного века, где первая письменность – это были наскальные рисунки. Некоторые наши люди не понимают, почему вы здесь, говорят, рисунки нарисовали. Это рисунки, это первая письменность, которая говорит о бытии людей. Это само быть, само существование людей, это тоже мы говорим, что это культура. А эта культура, значит, это идет здесь и религия. Здесь первый зал, здесь мы описываем о наших предках, значит, это саки. В исламе есть такое понимание, что когда человек держит ислам, то у него есть иман. А если иман есть, то у него есть 7 принципов. Из этих 7 принципов есть такое понимание, что каждый мусульман должен верить в загробный мир. Именно у сахов было такое же понимание, что они верили в загробный мир, и поэтому вместе со своими царями хоронили его всю одежду, всю его принадлежность, и его коней, даже его прислуг, чтобы они помогали в загробном мире. Поэтому это понимание пришло, развивалось. И некоторых исламские ученые, в некоторых философских книгах, что написано, когда на земле первый человек появился, что ангелы смерти забирали этих людей, прямо приходили в стиле звериного стиля, в стиле птицы, в стиле других. Они приходили и забирали этого человека. И этот стиль отразился у наших предков. Они это расписали, показали нам в своих одеяниях и принадлежностях. Дальше мы переходим именно на тюркский зал. Это тюркский мир.
Вот здесь мы особенно говорим о тенгрианстве. Почему тенгрианство? Вот на казахском мы же говорим, что тенгршильдик. Тенгр на казахском языке это есть перевод Бог. Значит, тенгрианство идет, это моноатеистическая религия, где верит одного Бога и преклоняются ему, дают жертвоприношения и так далее. Вот это все было расписано именно на скальных вот этих культурных сооружениях, где расписывалась вся бытность тюркского народа. Мы говорим о, именно культегне. Вот именно в культегне написано, что вере одного Бога мы сражаемся со своими врагами. Вот это от тюркского мира, вот от культегна начинается все тюркская история, где расписывается, как было на самом деле вот это тенгрианство. Тенгрианство, некоторые говорят, что все казахи раньше преклонялись идолам, преклонялись камням. Но нету такого истории. Если историю человек правильно прочитает, то эти камни были настоящими наследием для казахского народа, где расписывается наша история. И тем самым мы можем увидеть на этих камнях, кто жил, какой хан жил, что он делал, какого у него была история развития государственности и какого у него была жизнь у народа. От этих всех культурных наследиях мы узнаем, познаем. Поэтому в мечети мы поставили копию, макет культегена. Рукопись, мы можем это через Орхон-Енисейские письменности можем прочитать, что там написано, это было раскрыто. Дальше мы переходим в Оғыз Қаған. Во время вот, тюркского правления, тюркского мира Оғыз Қаған правил. Но великий наш поэт Машхур Жүсіп пишет о Оғыз Қағане, что это не только был Қаған, но и это был пророк, который пришедший именно тюркскому миру. Потому что в Коране есть такой аят, где говорит Аллах Субхана Тагала, что каждому народу мы принесли своего пророка, и они исповедовали религию. А именно эта религия, какова религия была? Религия всех народов, которая развивалась и развивалась, и в точке это становилось исламом. Вот мы поставили хобыз. Во время тенгрианства все жрецы через хобыз исповедовали религию тенгрианства. Этому хобызу более 150 лет. Мы его привезли с Южно-Казахстанской области, город Туркестан. Там живет наша землячка, и она дала это нам, музей, в дар. Дальше мы переходим в нашу юрту. Эта юрта не только что собранная юрта. Эта юрта сделана именно в казахском стиле, где был тускиз, где были вот бытности. Здесь все, что стоит, это и старинные. Первая религия, которая была ниспослана для мусульман, это религия ислам. Именно в городе Мекке, где проживал пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи ва саллям. Именно в этом городе впервые нашему пророку виделся архангел. На нашем мусульманском языке это Джабраил. Именно здесь стоит священный камень, священная Кааба, куда пятикратно в намазе все мусульмане направляются. Макет мечети Аль-Харам в городе Мекка. Дальше мы переходим, когда первый ислам приходил именно в нашу землю, это был город Атлах. Город Атлах, именно в этой городе рядом сталкивался тюркские войска и арабские войска, но здесь сражения не было. Наши приняли ислам, потому что этот ислам был близко именно тюркской вере. Именно в этом городе впервые был прочитан азан. Это большая белая юрта на макете. Это первый, самый первый мечеть на казахском земле, где прочитали первый намаз. Мы переходим в зал. Первый учитель именно в казахской земле, мы говорим, что это Арстан Баб. Именно в этом зале мы отразили
историю, как пришел на эту землю Арыстан Баб. Мавзолей его на стене мы нарисовали, сделали в 3D формате. Именно Арыстан Баб, в некоторых поверьях говорится, что Арыстан Баб это подвижник нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, Сальман аль-Фарси. Человек был такой, Сальман аль-Фарси, споведник нашего пророка Мухаммада Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Именно ему наш пророк дал на сохранение зерно от финика. Вот это финик в дальнейшем он сохранял под языком. И когда встретился с нашим Ходжа Ахметом Яссауи, нашим первым учителем, который именно с казахского рода вышел, и дал ему вот это зерно. С тех пор в нашем земле ислам продвигается по стопам Ходжа Ахмета Яссауи. Первый человек, который в нашей земле дал старт развитию религии ислам. Именно в этом зале мы поставили хараканинский период, когда распечатывались позолоченные Кораны. Это привезенные Кораны с Турции. Сотрудничаем с библиотекой Сулеймания, которая находится в городе Стамбул. Дали нам археологи монеты именно хараканинского периода. Что вот интересно, именно вот этих монетах написано «Ля Илляхи Лилла Мухаммад Расулла», что означает «Кроме Аллаха нету Бога, Мухаммад его пророк». Именно эти первые дирхамы на казахской земле были экономически важным исламском государстве хараканинского периода. Значит, Хараканинская империя – это была та самая первая на земле, на казахском земле, на тюркском земле, первое исламское государство. Эта книга написана на шагатайском языке. Именно в этой книге написана вся история тюркского мира. Потом мы получили книгу с Британского музея. Только что мы говорили о Машхоже Сыпе, что он говорил, что Огоз Каган это был не только правителем, но и он был пророком. Именно в этих книгах, вот Огознама, все написано, как вот на религии ислам, так и в этих книгах есть совпадение с нашими принципами. Мы еще сотрудничаем с Кембриджским университетом, их библиотеками. Оттуда мы тоже получили наши книги, которые написаны на шагатайском языке, где написано, как Тюркская империя развивалась. Именно эти книги были написаны в городах Атрар, откуда и вывезены эти книги. Книги вот на шагатайском языке «История тюркского мира». Вся эта книга на шагатайском диалекте, это не только, некоторые спрашивают, шагатайский диалект это что, арабский диалект? Нет, это казахский диалект, в котором каждый человек, который знает арабский язык и знает шагатайский диалект, то он может прочитать эти книги. Сейчас наша рабочая группа работает над этими книгами, мы переводим эти книги на латинскую графику, и оно будет доступно, думаю, на следующем году уже выпустим все эти книги, чтобы наши ребята могли прочитать на самом деле, какая была история казахского народа, какая была сущность именно тюркского народа. Именно в Казахстане впервые был сделан электронный Коран. Электронный Коран на 4 языках. Это арабский, вот это казахский, это на английском и на русском языке перевод, смысловой перевод Усманова. Не только вот это, скажем, в письменном виде, но и наш электронный Коран работает аудиосистема. Можем и вот аяты находить. Вот открывается 86-я страница. И можем мы вот всю вот этот Коран в электронном виде послушать.
И этот Коран, в данный момент, вот мы хотим еще сделать 2-3 вот таких Корана и подарить столице, чтобы в столице был такой Коран, и в нашем большом зале, и подарим районным мечетям, которые будут впервые открыты за эти годы. И это уникальность в чем? Уникальность, что этот Коран состоит из 4 языков. Смысловые переводы. Сейчас, в данный момент, мы еще работаем над Кораном, чтобы вышло пояснение, на арабском говорится тафсир, тафсир Корана, который будет на 30 томах. Значит, это каждому главе Корана будет 30-томовое пояснение. Сейчас рабочая группа работает над этим. Наш музей не только что вот стоит, состоялся, все, открыли все, мы все будем отдыхать. Нет, наша рабочая группа сейчас отрабатывает, чтобы это было доступно всем нашим. У нас есть вот сайт Qalam.kz и приложение Qalam.kz. Вот кто туда заходит, может послушать Коран и может там взять свою информацию на 4 языках. Сейчас мы еще туда добавляем турецкий язык, и сюда тоже будет добавлено турецкий язык. Потому что мы сейчас работаем с турецким посольством, чтобы мы оттуда получили еще уникальные находки, которые были написаны именно вот казахского ханства, казахские ханы, турецкие вот императоры, шахи, писали нашим ханам письма. Уважаемый дорогой брат, именно в Средней Азии вы исповедуете религию ислам. Спасибо вам огромное, пусть Аллах будет доволен. Именно есть такие большие-большие тексты, куда и поставили туда подпись османские императоры, и куда поставили свою подпись наши казахские ханы. Вот эта вся история сочиняется. Вот сейчас вот мы собираем мозаику. Эта мозаика получится очень большая мозаика, где будет отрабатывать историю заново. Потому что некоторые наша история была переделана, где-то что-то оставлено. Вот это мы будем заполнять, вот эта мозаика, думаю, и в будущем будет заполняться. Где вот использовалась шариат, именно наши три бия, которые проживали в казахском ханстве, которые составили степные законы. Это наши бии Төлеби, Хазбек би, Айтеки би. Почему мы их вот рисунок поставили именно здесь? Потому что вот первый тайказан, где написано дуа на всю казахское ханство, чтобы они проживали долго и счастливо, именно казан – это символ достатка. И поэтому мы сделали копию тайказана и поставили перед нашими биями, чтобы это дал достаток всему нашему народу. И при виде вот этот тайказан и виде наших биев, чтобы каждый понимал, что на земле есть закон. Закон, который действует, закон ислама, закон государства. Но есть в Коране аят, где говорится, вы подчиняйтесь своим начальникам, говорится, именно в Коране. И поэтому, чтобы наши люди знали, именно от шариата взяли наши бии и сделали степные законы. Я сейчас буду говорить там еще о степных законах. Есть особенности, которые не замечают наши ученые. Мы здесь поставили книги, привезенные с Южной Казахстанской области, где использовались эти книги именно медресе Ходжа Ахмеда Яссауи. Дин Мухаммед Кунаев – это великий казахский, скажем, государственный деятель. Именно на его имя дали мечеть, потому что на его летнем резиденции сделали мечеть в 1996 году, и этот минбар стоял там. Сейчас мы там вот этот мечеть отреставрировали, сделали, и этот минбар привезли сюда. Потому что, чтобы каждый человек знал, не только вот Кунаев ходил только пятничный намаз и уходил оттуда, но этот человек был до такой степени обогащен исламом, и он в своих воспоминаниях говорит,
своим охранникам он сказал, говорит, говорит, что за мной шли два охранника, и он говорит, поворачивался и им сказал, говорит, перед пятничным намазом, говорит, вы друг друга охраняете, а меня охраняет Аллах. Значит, именно это наставление дает каждому нашему человеку, который государственный деятель, культурный деятель, чтобы он знал свою религию и традицию своего казахского народа. Дальше переходим макет Масджидуль Ан-Наби, мечеть нашего пророка Мухаммада Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Первая конституция на земле вообще сделана именно в этом городе, потому что первая толерантность использована в этом городе. И первый наш пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям принял в этом городе мединскую конституцию. Именно эта конституция отразилась на нашем степном законе. Почему? Потому что именно в этом законе говорится, именно этой конституции наш пророк говорит. Пусть человек не трогает друг друга, пусть этот человек другой религии, но говорит, если религия у вас разные, уважайте друг друга. Если у вас религии разные, не принуждайте этого человека принять свою религию. И он говорит, если во время идет христианин, и было время его поста или молитвы, пусть он заходит в нас в мечеть молиться. Если у мусульманина время пришло намаза или молитвы, пусть он заходит в церковь и там прочитает свой намаз. Значит, это первая толерантность и первая конституция, которую сделал наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Именно это, вот эта система, вот этот принцип отразилась на наших степных законах. Первый, вот, который построили на казахской земле, великому религиозному деятелю, это первый мавзолей, который на нашей земле создан. Мавзолей Хожа Ахмед Яссауи. Вот эти все камни, облицовочные камни, вот это привезенные оригинал камней, которые реставрировали вот этот музей, вот этот мавзолей, оттуда мы привезли вот эти плитки. Именно в этих плитках, почему вот эта краска до сих пор стоит? В некоторых поверьях говорится, что 7 человек, 7 великих ученых, которые вместе были с нашим Ходжа Ахмед Яссауием, великим ученым, туда дали свою кровь. Значит, обрезали руку и туда вливали свою кровь. И с тех пор вот эта вся краска, окраска вот эта держится. Мы привезли с города Бухара, с Узбекистана, оригинал, первые распечатанные книги Дивани Хикмет. Именно в этой книге написано вот про Джети Шельпек, который у нас обычно спрашивают на пятницу. Вот первые, когда говорят, почему вот после, а перед едой помыли руку, после еды помыли руку, почему, говорят, именно этой книге расписано. И этой книге расписано, когда мы начинаем еду, старшие у нас дают бата, после еды дают бата, именно вот этой книге все бытность казахского народа написано в стихотворном стиле. Именно вот эту книгу, сейчас тоже вот эту книгу наши ученые расписывают, смотрят, что для нашего народа. Мы тоже думаем, сделаем от этой книги хорошую, нормальную книгу, чтобы прочитали именно наши ребята в данный момент. Салатуль Масхуд Турки – это книга, где написаны исламские принципы. Как мусульманин должен жить, как он должен развиваться, когда при виде человека он как должен здороваться, что он делать. Вот, например, некоторые наши люди спрашивают, почему вот вы вставляете руку под сердцем и говорите «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату». Мы говорим, именно в этой книге написано, что человек, когда вставляет руку под сердцем, он говорит, от моего сердца прими мое поздравление и благодарность от Аллаха, говорится. Именно в этой книге написано. Казахи никогда не давали друг другу руку, не пожимали. А когда вот они заходили в юрту, во всех вы короткометражных фильмах смотрите, заходят и делают немножко низкий наклон и говорят «Ассаляму алейкум». Первый дом молитвы, говорим, именно
на земле. Это сейчас святое место, куда каждый год перед Курбан-байрамом едет все совершать хадж. Мурат Телебаев, генерал-майор, наш земляк, который достался радость ему заходить на обновение Каабы. Это делается в раз в год, и он, ему достался такое счастье, что он заходил туда, делал дуа за всю нашу государство для своих потомков. И этот человек, наша, говорим, главная радость наших мусульман именно в Восточном Казахстане. Мы здесь поставили двухминаретную мечеть. Это мечеть в городе Семей, старинная мечеть. Сейчас мы вот, почему вот, ну, смотрите, купола у него зеленые. Эти купола были сделаны на примете город Коне, мавзолей есть Хазрет Мауляна. Жил такой философ, исламский философ. И этот мавзолей покрыт у него купола зелеными. И зеленые купола, где лежит наш пророк Мухаммад Мустафа Саласарам. И именно вот это зеленые купола сделали в этой мечети. Сейчас эту мечеть реставрировали, сделали золотистые купола и золотистый шатер. Здесь Шархуль-Ухая, это самая известная книга о фихе. Фих – это книга принципа мусульман, или, так скажем, закон мусульмана. Как он должен делать омовение, как он должен вообще вот ходить, какой должен быть на самом деле мусульманин. Вот эти все книги были привезены из города Семей, нам дали в дар. Потом эти книги использовались когда-то, где обучался наш великий поэт Абай Кунанбаев, где обучался Шакарым Худайбердулы, это медресе Ахмед Риза. Именно эти книги, вот эти все книги использовались в этих медресах. Так как нас мечеть носит имя халифа Алтая, мы здесь поставили личные вещи халифа Алтая. Это личная книга халифа Алтая, которую он при жизни написал. И эта книга до сих пор не выпущена. Сейчас мы смотрим возможности выпустить эту книгу. Именно здесь мы можем еще отразить, что именно медресех не только обучали религии, но обучали и исламские экономики. Такая была отдельный предмет, что каждый мусульманин, который выходит из медресе, он должен знать исламскую экономику. Сколько он должен давать зекет, каким у него должен быть состояние, когда он может давать зекет, когда он может совершать хадж, когда он может давать подаяние или что-то, когда он должен помогать своему брату или там родственникам. Вот эта вся книга вот исламской экономики написана. Важная информация для Восточно-Казахстанской области. Первый судья это Абд-Аль-Гаффар Шамсудинов, наш земляк, выходец из города Усть-Каменогорск. Именно первый человек, который возглавил после Садуакаса Гылмани вот этот хазият Казахстана. И наш земляк Ержан Хажы Малғажыұлы, третий муфти Казахстана, сейчас советник ректора Исламского университета культуры Нур Мубарак. Сейчас находится там этот наш земляк, который был имамом именно в Восточном Казахстане, потом был муфтием. Ну, наш офис Духовного управления мусульман Казахстана открылся 2 января 2090 года. С тех пор наши все муфтии, улемы, ученые выпускают свои книги. Мы здесь отразили самые большие книги, которые выходили именно с нашей типографии Духовного управления мусульман Казахстана. Мечеть Халиф Алтай макет построен в 2012 году, был открыт, в 2010 году было начато строительство нашей мечети. Наша мечеть по величине третья мечеть по всему Казахстану, вмещается 3000 человек в этот мечеть. В нашей мечети сейчас находится конференц-зал, научная библиотека, здесь находятся три учебных салона, находится здесь общежитие на 80 человек. В нашей мечети сейчас идет такая, скажем, на самом деле, просветительская работа.
где мы обучаем своих имамов повышению квалификации, обучаем нашего джамаата, чтобы они знали хотя бы азы ислама, азы Корана, чтобы они могли отразить тем самым деструктивным течением своим ответом, чтобы сказать, что ислам – это не религия смерти или не религия джихада, это религия, которая дает человеку спокойствие души. И мы здесь специально поставили джайнамаз, коврик для молитвы халифа Алтая, который использовал при жизни. И его в 2017 году нам подарил доктор PhD исламтану Хуат Кабылда. Он тоже наш земляк. И мы здесь поставили макет мечети Хазрет Султан. Почему Хазрет Султан мы поставили? У нас есть в казахском народе свой Хазрет Султан. Мы только что показали вам мавзолей Ходжа Ахмед Яссауи. Его при жизни назвали Хазретом Султан. Почему Хазрет? Хазрет, мы говорим верховному человеку религии. Значит, мы говорим муфти Хазрет. Хазрет Султан, значит, это, так скажем, начальник начальников, если на русском правильно выразиться. Значит, это в исламском мире самый первый человек, который стоит для казахского народа на первом месте. Поэтому и в городе открыли большую мечеть, республиканскую мечеть на 10 тысяч человек. Именно этот мечеть дали имя Хазрет Султан, чтобы он стоял в нашей столице и давал путь, правильный путь нашим мусульманам. Наш музей заканчивается большой картиной, где мы расписали всю историю казахского ханства, начиная от исламского периода Арыстанбаб, Ходжа Ахмед Яссауи и казахские ханы Керей Жәнібек, которые дали старт государственности именно казахского народа. С Павлодарской области девушка Ольга нарисовала и дала нам в музей в дар вот эту большую картину, которая отразит всю историю казахского ханства. Здесь мы потом спросили, почему вы ставили компас? Она говорит, у казаха есть такое пословица, говорит, «Тёрт кобылан тең босын». Значит, чтобы у тебя было достаток, все, чтобы у тебя было, и направление у тебя было только для блага народа, для развития нашего государства. В музее есть экспонаты, связанные не только с исламом. В этих стенах находится частичка культурного наследия нашего народа. Мечеть – не просто место для поклонения и проведения религиозных обрядов. Это культурно-образовательный центр. На сегодняшний день этот музей является единственным в нашей стране. Он будет пополняться новыми экспонатами в постоянном режиме.